С патриотическим прицелом в Чебоксарской школе ДОСАФ прошли традиционные соревнования. Как всегда, они посвящены Дню защитника Отечества. Стрельба из винтовки и сборка-разборка автомата. Кто же из молодых откажется проверить свои силы в таких увлекательных мужских занятиях? Пробных 5 в зачет. Для пристрелки левая мишень. До нее 25 метров. Задача стандартная – попасть в яблочко. Малокалиберная винтовка или спортивная – стрелять из нее несложно, говорят специалисты. Благодаря небольшому весу и простому устройству ее рекомендуют начинающим спортсменам и стрелкам-любителям. Курсанты ДОСААФ с таким оружием как раз встретились впервые. У некоторых очень хорошо получается, у некоторых не очень. Но они тренируются, стараются. Вот у кого-то раз, два, третьего нету. А остальные все кучно, здесь красиво. Учил меня папа в детстве из пневматического пистолета стрелять. А из малокалиберной винтовки я только вот впервые стрелял, но свои навыки закрепил в школе. Максим Иванов отработал точнее всех стрелков. Максимум 50 очков не набрал, но в каждом выстреле был близок к десятке. Мы очень много уделяем внимания к спортивной подготовке наших курсантов, чтобы они у нас не только ПДД учили, но и бегали, и скакали, и прыгали, и стреляли лучше всех. Когда 8 пуль израсходованы, курсанты берутся за автомат. Не стрелять, конечно, а разбирать-собирать. Норматив – 25 секунд. Вообще школа ДОСААФ готовит будущих водителей. В числе курсантов юноши призывного возраста, которые совсем скоро пойдут в армию. Навыки стрельбы там будут явно не лишними. Спортивно-патриотическое направление сегодня в почете у ребят. Ирина Волкова, Анастасия Лангина, Александр Петров. Республика.